концерта сразу забронировали после прошлого концерта. Хочется, чтобы это была такая правильная постоянность, когда люди уже привыкают, что в ноябре Алексей дает большой концерт в Крокусе. Это считается главная площадка страны, поэтому на этой сцене это всегда очень почетно и выступать. И Алексей, как двигатель коллектива Алексей Чумаков, каждый концерт он что-то придумывает такое. Лёш, здесь надо отстраивать стерео. Часть его творчества пронизана любовью к Испании, к этой музыке. Мы вообще любим Испанию, это почти наша вторая родина. Минутная готовность, коллеги. Господа, уходите со сцены, начинается концерт. Случайно узнаешь, что за полтора месяца нет билетов, ты понимаешь, что ты на самом деле делаешь все правильно. Я переживала, правда, за все, потому что у нас, к сожалению, не было возможности сделать полный прогон генеральный, и люди, которые делают такие большие концерты, меня поймут. Но были такие прям сложные моменты, например, момент, когда Алексею нужно было добраться до балкона. Мы ни разу не проходили. Мы ни разу этого не пробовали, поэтому это прям было вот на уровне «дай бог срастется». Вообще была такая авантюра. Когда увидели эту сцену, думали, как мы совместимся, все потихонечку будут падать с нее по очереди. Очень необычная песня, я постараюсь запомнить ее в ваших сердцах. Только раз разглядеть и понять тебя с невесомым сном. Встретиться взглядом и жестом. Я не ожидала на самом-то деле, то, что он вообще будет на балконе, потому что это первый раз я вижу такое, то, что артист спускается на балкон. Я не поняла, куда все люди побежали. Я такая поворачиваюсь, смотрю, он там. У меня в гостях здесь сидит Лариса Александровна Долина где-то здесь. Я приехала ради Алексея Чумакова из другого города. Ради таких эмоций, которые он сегодня нам подарил в этот прекрасный вечер. А я сейчас впервые на концерте Алексея. Я его давно явная фанатка. Это была давняя мечта посетить его концерт. И я его осуществила. Очень хотела именно в Крокусе его посмотреть. Я считаю, что это площадка для таких артистов, масштабных, с такими музыкантами. В этом есть тоже в том числе магия этого зала. Потому что другие залы, особенно московские, я, в общем, с ними тоже знакома, они вот не дают возможности какой-то такой, с одной стороны, объемности, потому что зал очень вместительный, а с другой стороны, того уюта и ощущения родни даже какой-то, которое присутствует, ну, по крайней мере, у Леши здесь на концерте.